Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Актер и режиссер Кирилл Плетнев. Небрачный ребенок, сложный развод с известной актрисой и тяжелая депрессия. Как выглядят его жены и кто нынешняя любовь? Кирилл Плетнев – российский актер театра и кино. На сегодняшний день он является одним из самых востребованных отечественных артистов. В особенности он полюбился телезрителям по таким фильмам, как «Солдаты», «Диверсант», «Однажды в Ростове» и многим другим. Как же складывается его жизнь? Кирилл Плетнев появился на свет в 1979 году в городе Харьков, это Украина, в семье инженера-изобретателя и мастера спорта по бальным танцам. Через год после рождения Кирилла его семья перебралась в Ленинград. В 4 года Кирилл начал заниматься спортивными бальными танцами. Он принимал участие в танцевальных конкурсах и часто занимал призовые места. Когда Плетневу было 13 лет, его отец бросил семью, и мама в одиночку ставила своих сыновей на ноги, прививала любовь к спорту и научила их добиваться поставленных целей и никогда не сдаваться. Также, чтобы ее дети не подвергались негативному влиянию улицы, мама записала своих сыновей сразу в несколько секций. Таким образом, Кирилл занимался плаванием, тхэквондо, играл в футбол и занимался альпинизмом. Несмотря на большое количество спорта в жизни Кирилла, в будущем он не хотел этим заниматься. Старшие классы Плетнев окончил в школе с театральным уклоном, так как он верил, что в дальнейшем такой опыт ему обязательно в жизни пригодится. Он мечтал стать режиссером и решил попытать удачу в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Однако эта попытка поступить на режиссерский факультет успехом не увенчалась. Однако члены приемной комиссии предложили Кириллу поучиться на актера, и он согласился. После получения диплома Кирилл поступил на службу в Московский драматический театр. Таким образом, актер переехал в Москву. Дебют в кино состоялся в 2000-х годах. Впервые молодой актер появился на экранах в эпизодической роли в сериале «Убойная сила». Уже следующие роли этого артиста стали ключевыми, и со временем Плетнев стал постепенно набирать популярность. Так в скором времени он стал востребованным актером и уже сам смог решать, подходит ли ему эта роль или нет. Личная жизнь. Кирилл Плетнев всегда был очень привлекательным мужчиной, с чувством юмора и никогда не был обделен женским вниманием. Нередко ему приписывали отношения с популярными актрисами. Однако личная жизнь артиста совсем не ладилась. В 2007 году он удивил общественность тем, что стал отцом. Таинственная избранница, имя которой Кирилл скрывал, подарила актеру сына, которого назвали Георгий. К сожалению, с матерью его сына у актера отношения не сложились. Однако, несмотря на это, Кирилл продолжает общение с сыном и принимает в его жизни активное участие. В 2010 году Кирилл женился на актрисе Лидии Мелюзиной. Спустя год после свадьбы у молодоженов родился сын, которого назвали Федор. Однако рождение ребенка не скрепило отношения между супругами, и уже в 2012 году пара рассталась. На сегодняшний день актер продолжает общение с сыном Федором. Новой избранницей актера стала актриса Нино Ненидзе. Их знакомство состоялось на Дальнем Востоке во время участия в одном из кинопроектов. Там между актерами завязались отношения. В будущем эти отношения переросли в брак. В их союзе появился уже третий ребенок – сын Александр. Вместе Нино и Кирилл прожили вместе 4 года. А потом актриса внезапно подала на развод. По словам Ненидзе, этот брак не оправдал ее ожиданий. Насколько известно, она ушла от Кирилла к Максиму Виторгану, бывшему мужу Ксении Собчак. Кирилл тяжело переживал расставание с женой. Если уже через пару месяцев у Нино были новые отношения, то Кирилл же впал в глубокую депрессию. Кроме этого, у артиста обострились приступы панических атак, которые были частью его жизни уже в течение 8 лет, и усугубились они после этого тяжелого развода.
Как рассказывал Кирилл Плетнев, я столкнулся с этой ситуацией 8 лет назад. Я шел по улице и понял, что не могу дышать. Тогда все закончилось скорой. С тех пор эти панические атаки посещают меня перманентно. Мое глубочайшее убеждение, что это вылечить окончательно невозможно. Можно просто научиться жить с этим и договариваться. После Кирилл перебрался обратно в Санкт-Петербург, стал увлекаться боксом и чаще ходить в спортзал. Кроме этого, актер повстречал новую любовь – актрису и модель Марию Столярову. На сегодняшний день этот актер продолжает свою творческую деятельность, снимает фильмы и радует своих поклонников новыми ролями и проектами. Хочется ему пожелать, чтобы у него наконец в личной жизни все наладилось, и он был счастлив, несмотря ни на что. И, конечно же, выздоровления ему полнейшего и новых интересных ролей. Всего вам самого доброго, всего самого замечательного. Так как я считаю, что это очень хороший актер. Всех благодарю за внимание. Желаю вам также всего замечательного, всего доброго. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.